Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. 2 октября у Овнов по плану визит к родственникам. Общение позволит вам приятно провести эту субботу. Тельцам хорошо бы разобраться с делами и подвести черту под всеми имеющимися проектами. Близнецам в этот день можно положиться на свой внутренний голос. Он поможет при любых обстоятельствах. Раки, у вас есть новая цель, так что смело двигайтесь по намеченному пути. Все выигрышные карты сейчас в ваших руках. Львы, а почему бы вам не предаться любимому занятию? Благодаря своему хобби вы сможете снять напряжение и отвлечься от текущих забот. Девы, помните поговорку «какие труды, такие плоды»? Работоспособность и любовь к порядку принесут заслуженные дивиденды. Для весов наступает время необычных чудесных явлений, когда получится совместить несовместимое и привлечь к себе внимание окружающих. Одиноким скорпионам звезды советуют добавить в свою жизнь немного романтики. Приглашение на свидание – отличный повод это осуществить. Стрельцы. Лучшая работа – это, как правило, работа над собой. Выходной день благоприятствует как духовному развитию, так и занятиям спортом. У козерогов благоприятный момент разобраться с жилищными вопросами, переездом или покупкой недвижимости. У водолеев этот день располагает к примирению. Вам будет нетрудно восстановить отношения с людьми, с которыми раньше конфликтовали. Рыбы, задумайтесь о том, что любимому человеку не хватает вашего внимания. Вы в состоянии дарить его заботой и душевным теплом. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.